Нас благодарит за победу, которую мы принесли нашему народу и вам, нашим наследникам. А и за то, что после победы мы восстановили наше Отечество, которое было разрушено фашистскими ордами целой Европы, которая сейчас пыжится тоже что-то делать. И мы сделали, что вернули свою страну, сделали ее достойной. И сравнялась наша страна наравне с заносчивой, горделивой Америкой. И мы заставили Америку подчиняться законам и не творить безобразие, которое они снова творят сейчас. 40 лет чистых мы держали, сохраняли мир на земле. И весь мир шел за нами. Вспомните, и младшие, и поколения, и старшие. Какие песни звучали на земле после победы? Мы за мир, и песню эту пронесем по белу свету. Пусть она звучит во всех сердцах. И тут же мы предупреждали: люди мира, на минуту встаньте, слушайте, слушайте, ревите со всех сторон. Это раздается с Бухенвальда колокольный звон. Мы тогда напоминали всем. И народ мира слышал это и понимал. И вспомните, что во всех странах что творилось? Поднимались вперед, шли на митинги с красными знаменами, пели песни такие же, и мы, советские песни. Вот. И радовались миру. А что сейчас творится? С чем выходят люди? С одной стороны выходят перекрытые, уродливые лица повязками и с бандитами, как были на нашем Киевском Майдане. Банды, которые разрушили Киев, которые мы освобождались и построили. А где делись эти люди? Ведь весь мир пел, повторял за нами. Вспомните, 45-го года собрали силы, восстановили все. Через 5 лет уже мы достигли до военного уровня.